На торжественное открытие прибыли первые лица края и города, а также гости из соседней Адыгеи. Именно в этот день, ровно 100 лет назад, начался один из самых масштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. Тогда на фронт ушли больше сотни тысяч кубанских казаков, напомнил Вениамин Кондратьев. Горцы не подлежали призыву, но не смогли остаться в стороне и пришли на помощь добровольцами. Этот монумент – символ нашего народа, народа многонационального, но единого и народа непобежденного. В нашем народе в понимании того, что должно быть в основе доблести, чести, конечно, лежит любовь к нашей земле. Пример наших дедов и прадедов должен вдохновить и укрепить нас. Они во время Первой мировой сражались бок о бок, спали под одной буркой, ели из одного котла, потому что они защищали одну землю, одну родину. И вот эту священную память мы сегодня должны, мы обязаны с вами сохранить. Потому что у нас одно на всех. Вот это высокое, чистое, мирное небо. Одна земля и одна большая родина. Памятник – это символ дружбы народов, проживающих на территории Краснодарского края. И очень хочется, чтобы эта дружба была вечной. Россия нерушимой, могучей. Кубань процветающая. Памятник представляет из себя две фигуры – казака и горца. При полном вооружении с георгиевскими крестами. Они одеты в национальные одежды. Монумент символизирует братство по оружию и соратничество в Первой мировой войне. Глава Адыгеи и атаман кубанского казачьего войска выразили надежду, что этот памятник будет напоминать молодежи о братском подвиге двух народов. Сегодня Адыгея и Кубань – территории мира и дружбы народов во многом, потому что все мы учим настоящую историю своей родной земли. Ведь достойно жить на земле предков, значит знать ее прошлое, любить родной народ, верить в себя, свои силы и свой созидательный труд во имя счастливого будущего. К этому памятнику будут приходить люди разных поколений. Конечно, в том числе и молодежь. Они будут знать историю возникновения и установки этого памятника. А значит, не прервется связь поколений. Монумент создали на благотворительные средства. Установили его на Александровском бульваре на пересечении улиц Красной и Гаврилова. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.